Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас будет обзор дополнений для модели КАМАЗ-4320 Кунг от фирмы ICM в 5 масштабе. Итак, для этой модели я приобрел следующие дополнения. Набор фототравления от фирмы Микродизайн для КАМАЗ-4310 для ICM. Артикль этого набора МД-035-218. Набор фототравления для Кунга идет отдельным набором. И его артикль МД-035-441. Производитель тоже российская фирма Микродизайн. Набор 3D декалей от фирмы российской, опять же, Quinta Studio. Артикль набора QD-35017. И набор смоляных колес от Mini Arm с артиклем 35130. Вот такие вот дополнения для этой модели я приобрел, и сейчас мы рассмотрим каждую по отдельности. Первый набор, и в нем присутствует три платы фототравления и инструкция. Начнем с инструкции, потом перейдем к самой плате. Инструкция из себя представляет еще раннюю версию инструкции от фирмы Микродизайн, где все было показано в виде фотографии. И вот что мы здесь имеем. Есть у нас такой вот ограничитель опрокидывания кабины. И имеется вот такая вот деталь. Стяжные ленты на ресивера, на топливные баки, сама крышка топливного бака тоже у нас имеется в наборе, подножка на ступеньку в кабину, задние бампера даны нам тоже вот фототравлением, также фототравлением даны крылья и брызговики, ну и табличка под номер тоже дана фототравлением. С обратной стороны перевернем, если тут нам посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас есть ячейки радиатора, сама решетка на радиатор, педали даны фототравлением, вентилятор фототравлением дан, табличка КАМАЗ на руль, поручень на кабину, крепление поисковой фары. Надпись КАМАЗ дана фототравлением, так как в наборе на кабине нету ничего. И надпись 4310 тоже дана фототравлением. Также фототравлением дана приборная доска. И есть еще петли дверей даны фототравлением. И есть солнцезащитные козырьки на потолок кабины. И вот такие вот накладки еще, и крепление зеркал, и также есть еще стеклоочистители фототравлением. И вот такая вот еще маленькая бумажечка в инструкции, где мы видим здесь, как собирается крепление зеркал. И вот эти вот накладки на облицовку кабины. И здесь как собирается шарнир дверей. Давайте теперь посмотрим на плату фототравления. Немножко увеличу. Вот так вот она у нас выглядит. Здесь у нас есть буквы, вот эти вот мы видим КАМАЗ.
решетки даны красиво довольно, вот эти вот на ступеньки, подножки. Здесь вот даже вот цепная передача дана с управлением. На педалях имеется такая вот антискользящее покрытие. На брызговиках есть надпись КАМАЗ. И сами крылья тоже даны рельефом. Они не просто плоские. И вот так вот выглядит решетка радиатора. В следующем наборе у нас есть одна плата под отравление, она большая, и инструкция. Начнем с инструкции. Выполнена на формате, на листе формата А4, сложенного 3 раза. И здесь у нас есть уже инструкция нового образца в виде рисунка. И тут мы видим различные накладки, даны на кунг, козыревочки над лючками, петли дверей тоже даны вроде бы в отравлении, насколько я вот смотрю. Само обрамление вокруг двери тоже дано в отравлении. Различные вот замочки на ящички тоже даны в отравлении. И прочее оборудование. Дальше переходим на крыши. Тут тоже нам даны по периметру вот такие вот накладки. И здесь тоже вот по низу тоже идет такие вот накладочки. Здесь вот крепление оборудования тоже автоотравлением дано. И различные еще кронштейны имеются. Ну и на обратной стороне здесь мы видим, что можно собрать лестницу из фототравления. Есть вот замена стандартных креплений оборудования на фототравленное. И вот такие вот еще кронштейны под кунгом есть у нас. И крепление вот этого фильтра воздушного и крепление вот этого топливного бака. Вот тоже у нас есть. Можно сделать из фототравления. И посмотрим на плату. Ну, на плате так особо деталей не очень-то, ну как, много. В основном здесь присутствуют накладки различные, горизонтальные полосочки. Вот, и ими будет оформлен весь кунг по периметру. На этих накладках есть клепка или заклепки вот по всей длине они присутствуют, поэтому это будет смотреться очень красиво. Вот такая вот плата фототравления. В следующем обзоре у нас идет набор 3D декалей от Quint Studio. В наборе имеется инструкция и 2 пакета с декалями. Начнем мы с инструкции. И здесь мы видим, что на некоторых деталях, которые обозначены звездочкой, нужно будет убрать рельеф для того, чтобы ровно разместить 3D декали. Вот, у нас тут есть различные таблички, катафоты, панели приборов, вот, и прочая мелочевка. Также у нас есть надпись КАМАЗ на облицовку, табличка 4310, надпись на руль есть у нас, и всякие там накладки на педали, смотри, тоже есть.
Есть номера у нас в наборе. Ну и катафоты. С обратной стороны ничего нет. И давайте посмотрим на сами 3D-декали. Этой пакетик никогда не достанешь нормально. Так, смотрим, что у нас здесь есть. Такие вот красивые номера, рельефные такие вот, надпись КАМАЗ в двух вариантах, в зеленом и в черном. Есть вот такие вот крышка бардачка, приборная доска, различные накладки на педали, потом таблички тут тоже есть. Приборная доска с циферблатами и надписи КАМАЗ 4310. И еще тут есть, и причем они в двух вариантах даны, в белом и в исполнении, в черном. Ну и катафоты тут, кроме того, еще имеется. Ну и вот надпись КАМАЗ еще. Тоже у нас есть. Давайте, может, я немножко чуть больше сделаю. Посмотрите. Вот как это все выглядит. Ну и следующее на обзоре у нас колеса смоляные от Миниарм для КАМАЗа. И если мы откроем пакетик, то в упаковке у нас три пакета с деталями, сами диски в одном пакетике и два пакета с колесами, с покрышками. Диски вот выглядят вот таким вот образом, отлиты из двух половинок, наружный и внутренний. На внутреннем есть отверстие для моста, куда мы потом будем колесо одевать. Снаружи вот имеется вот такая вот деталировка. Гайки имеют шестигранную поверхность. Есть вот это вот устройство подкачки колес. В общем, диски выглядят достойно, красиво. И давайте откроем один пакетик, посмотрим на содержание, на качество исполнения. На колесах есть, мы видим уже, имитация нагрузки. Вот и видите, здесь снизу есть такой вот прогиб, продавливание. Покрышки у нас КАМА 1200. Насколько я вижу, КАМА называется. Есть надписи на колесах, есть стрелка направления движения, размерность указана колеса, протектор четкий, без изъянов. Ну и с обратной стороны выглядит вот таким вот образом. Есть запасное колесо. Вот на запасном колесе, естественно, никакой нагрузки, имитации не дано, но оно уже отлито вместе с диском. Здесь мы дисков у нас нет, и это нам облегчает покраску. Мы можем покрасить колесо отдельно в резину, а сами диски колес нужны нам цвет. Итак, мы с вами рассмотрели дополнение для
КАМАЗ-4320 Кунг от фирмы АСМ. Довольно неплохие дополнения, которые мне пригодятся обязательно в постройке этой модели, особенно колеса. Что касается колес, резина в базовом наборе из коробки там вообще гладкая, как без ничего, без надписи, без всяких там. Короче, резина там ужасная, и поэтому под замену обязательно. И колеса нужны были. Дальше вот эти вот приборные доски тоже облегчат нам работу с кабиной. И не нужно будет заморачиваться. И также не нужно будет выдумывать надпись на облицовку КАМАЗа. Там нет букв КАМАЗ. Поэтому здесь все имеется. То, что нужно, есть катафоты. Ну и для Кунга есть тоже хорошее автотравление, которое пригодится нам, чтобы обогатить нашу модель. На этом у меня все. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь и делитесь этим видео с друзьями. Ну а сборка КАМАЗа 4320 будет скоро на моем канале. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.